нормально. У меня уже глаза слипаются. Спать. Я хочу спать. На сегодня природы с меня хватит. У меня в животе пусто. Я больше за ног-то волнуюсь. Я отыщу путь к алтарю, а тебя хочу попросить. Пока отвлекать внимание имперцев. Леди, Камелия, нужна ваша помощь. Я боюсь Нокт в опасности. Ага. Вот только на этот раз мне и самому тоже как следует досталось. И все это долгое время он ждал избранного короля. Да уж, ты совершенно не торопился. Все же, даже если щит рядом, расслабляться не надо. Но если что, я буду готов. Хорошо, что все закончилось. Где бы вы были без меня? Я же молодец. Да, парни? Давайте в честь этого съедим что-нибудь мертвое. Па-па-па-пам-пам-пам-пам-парам. Здесь еще куча имперцев. Я собирался заняться ими. Ха. Хочешь заслужить мою симпатию? Если да, то конечно. Скажи Джозефу, как только будешь готов. Ничего. Я просто наслаждаюсь вашей компанией и этой поездкой. Жаль, что все это когда-нибудь закончится, правда? Но будем наслаждаться, пока есть возможность. Нок, что будешь делать, когда приедем в Каем? А, ну да. Конечно. Какой ты внимательный. Нет, я ем все. Удиви меня, четыре глаза. Четыре глаза. А ты неплохо готовишь. Может, будешь готовить для нас? Мы не отказались бы от личного шеф-повара. На кону жизнь моей сестры. Этого мало. Мы идем разными путями. Но в наших жилах одна кровь и одно предназначение. Я защищу ее. Я полагал, что мне было уготовано рассеять тьму. Как видишь, я ошибся. Луна Фрея, за то, что ты передала кольцо Ноктису, спасибо. Хотя он весьма своенравен, я им очень горжусь. Желаю счастья вам обоим. Если бы могли быть вместе, прости меня, я сейчас успокоюсь. Потому что она такая же, как все. Она хочет быть с возлюбленным, но мечта не сбудется. Не надо слез, Луна Фрея. Почему она плачет? Из-за Ноктиса ее любовь к королю никогда не потускнеет. И однажды он поймет ее чувства. Какие люди! У вас выходной? Если за вами не заржавеет, принести мне руды, и я вам устрою кое-что классное. Посмотрим. Этот на краску, этот на обработку. Меня ждет еще одна бессонная ночь. Привет! Хочешь улучшить свое оружие? Я тут подправил кое-какие свои инструменты. Теперь ими можно как следует улучшать оружие. Она работает еще лучше прежнего. Не веришь? А ты попробуй и оцени. Скажи мне, когда будешь готов сразиться? Избранный. Избранный умереть. Это все, на что ты способен? Может, пора тебе сдаться на мою милость? Найдите ее и убейте. Главное, это кольцо. А как же сила Гидры? Как же мое кольцо? Возможно, нам лучше взять ее живьем. Она может стать ключом ко многим тайнам. Не так ли, главнокомандующий? А что такое? Имперская армия теперь в полном вашем распоряжении, лорд Равус.